Про такие пары говорят, их союз одобрили на небесах. Познакомились на предпрыжковой программе, влюбились. Уже на третий день Александр сделал предложение Ирине. А через несколько месяцев сыграли свадьбу. 20 лет прожили душа в душу. Мы прожили очень счастливую жизнь, почти 20 лет, сколько и служил здесь мой муж. Четверо детей у нас. Два мальчика, 12 и 8 лет, Денис и Кирилл, и девочки-двойняшки, 4,5 года, Алина и Алена. Добрый, отзывчивый, без преувеличений, идеальный муж и отец. Все свободное время уделял детям. Ездил с сыновьями на футбольные сборы, дочерей отводил в детский сад. Началась специальная военная операция. Отправился в зону боевых действий. Погиб в августе 23 года. Если бы не эта поддержка, не забота, наверное, бы тяжелее это все было перенести. И, наверное, каждый раз я думаю о том, что сидеть одной и плакать на балконе – это намного тяжелее, нежели когда с тобой люди и всегда поддерживают, заботятся. Благотворительной акции «Белый цветок» больше века. Впервые она прошла в 1911 году. Большой масштаб приобрела во время Первой мировой войны. Продолжается и сейчас. Ремесленники представляют свои изделия, сувениры и поделки, которые затем продаются на благотворительном аукционе. Эта акция, которая проходила в прошлом году в сентябре, все вырученные средства было принято передать семьям наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. В каждой семье денежные сертификаты, детям новогодние подарки. Андрей Иванов подчеркнул, семьи погибших военнослужащих всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».